несет радость в душе. И в преддверии Нового года мы, как дети, также ждем этих подарков, этого чуда. Знаем, что Дед Мороз как бы это сказочный персонаж, но тем не менее мы все ждем этого чуда. И это именно эта песня дает это чудо. Зима пришла, перемены все равно будут. Ждем мы, не ждем, но надеемся каждый, что дальше будет лучше. На самом деле дарит очень много новогодних чудес. Это чудо дружбы, чудо красоты, чудо нежности, заботы такой щедрой. И елочка на самом деле вот такая героиня, которая бы хотела, чтобы была в каждом доме. Вот именно такая, мягкая, добрая. Вот тот поток благодарности, который льет этот фильм, ту нежность и ту сказочность, она оказывается прямо там, в душе и внутри. Я понимаю, что это не сказка, что это реальность. Этот же фильм является источником всех этих волшебных чувств прекрасных. И они становятся богатством нас всех, тех, кто мы сейчас с ним встретились. Спасибо большое.